есть это потрясающее впечатление после долгой ходьбы на каблуках, устают и ноги, и спина, а после кресла встаешь как будто с новыми силами, отдохнувший и как будто после продолжительного сна. Очень приятно то, что это не что-то одно, а вот и голова, и спина, вот плечи, и разнообразное движение. Человек, какой бы ни был замечательный, один не сможет этого охватить. Я сам массажист, и человек так не сможет так промять и провернуть, наверное, как это делается, ну, механика, что ли, техника. Я считаю, что очень мобильная, неплохая установка, которая может в каждой семье очень даже пригодиться, даже у кого нет проблем со спиной, а просто после работы прийти, расслабиться, получить максимум удовольствия, посидеть в кресле, посмотреть телевизор. Сейчас, когда использую это, ну, как будто это на море хождение вот по мелкой гальке. Такое ощущение, что массаж ног и тепло сразу. После работы, мне кажется, перед телевизором это прям 15-20 минут, наверное, с удовольствием. Это, мне кажется, такая разрядка будет хорошая. А я думаю, с ногами так вообще красота. Тренажер, который подтягивает мышцы живота и талии. И мне нравится, потому что, чтобы заняться спортом, не обязательно куда-то выходить или приобретать какие-то там гантельки. Просто можно сесть перед телевизором и наслаждаться. Достойное оборудование, хорошее качество материала и цена очень доступная. Соответственно, цена и качество очень мне понравилось, и я очень довольна.